В Чебоксарах вынесли приговор бывшему сотруднику колонии, которого обвинили в совершении коррупционных преступлений. Бывшего сотрудника колонии номер один признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взяток. Ему назначено наказание лишения свободы на 4 года и штраф в размере 250 тысяч рублей. Следствием и судом установлено, что с мая по август прошлого года сотрудник колонии, находясь на территории указанного исправительного учреждения в городе Чебоксары, изымал у заключенных сотовые телефоны, которые им запрещено иметь. Однако в нарушении действующих инструкций рапорта об этом не составлял и не ставил об этом вышестоящее руководство, а возвращал их осужденным за взятки. Так, например, один заключенный перечислил на указанный обвиняемым номер мобильного телефона 4000 рублей, а от другого сотрудник колонии получил 5000 рублей через знакомый осужденного у одного из торговых центров в Новоюжном районе города Чебоксары, после чего его противоправные действия были пресечены сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии номер один. В ходе следствия было установлено, что еще троим сотрудник колонии незаконно вернул изъятые у них сотовые телефоны и потребовал за них взятки на общую сумму 9,5 тысяч рублей. Однако реализовать свой преступный умысел до конца не смог.